Приветствую вас на своем канале. Меня зовут дядя Митя, и я сейчас иду на футбольный матч «Факел Урал». Это принципиальная игра, потому что «Факелу» нужно только побеждать. Я иду его поддержать. Посмотрите, перекрыли всю улицу Фридриха Энгельса, как бы центральная у нас улица здесь находится. Идешь, а вот там дальше уже собираются болельщики «Факела». Опа, как тут гоняют все на самокатах. На самом деле это одна из принципиальных матчей, потому что «Факел» нужно только побеждать, как я уже. Сейчас пока еще такого праздника нет. Сейчас мы будем подходить к стадиону, который находится прямо в центре города. Его все знают. Стадион профсоюзов. Он легендарный стадион. «Факел» сейчас находится на 12-14 месте. 2 очка в турнирной таблице. Но я думаю, это пока что. Игра «Факела» – это искрометное творчество. Не зря их называют наглецами из Воронежа. Я думаю, это будет просто феерия футбола сегодня. Праздник для болельщиков. Ну и, конечно, будет хорошее, позитивное настроение у всех, кто посмотрит эту игру. А если «Факел» сегодня еще и победит, это будет просто праздник. Можно сказать, даже больше, чем день города, либо 9 мая, будут все счастливы кричать наш «Факел». Ура, ура, ура! Вот мы подходим к самому стадиону, к этой чаше спорта, где играет наша любимая группа «Сектор Газа». Песня местная, на самом деле. Очень круто, блин. Группа дальняя. Здесь вот люди уже пытаются пройти. Сейчас мы тоже будем уже с другого места заходить, потому что мы купили, ну я купил, по крайней мере, на северную трибуну, я вот не знаю, откуда нужно будет заходить. Так что я думаю, будет круто, сейчас мы зайдем туда. Так, ну что, я поднялся, наконец прошел, прошло 30 минут, на самом деле все очень даже слаженно работает. Люди там стоят, ждут своей очереди. Сейчас я посмотрю, какой у меня билет такой. Так, 4-й. Вот вам это синий открытый проход. 9-й ряд, 20-е место. 9-й ряд, 20-е место. Запомнили? Все, проходим дальше. Да, а где тут резы-то, интересно? А где тут 9-й ряд, 9-й ряд, где тут? Ребят, да, ну, вот здесь, знаешь, у нас купон написано. А, о, а я не вижу. 9-й ряд. Эй, за Воронеж, за «Факел». 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 Thank you.
как болельщику «Факела» хотелось сегодня победы. Но, к сожалению, ничья – это тоже не так уж плохо, конечно. Просто принципиальный соперник, которому «Факелу» придется все-таки соревноваться за выживание, я так думаю, в этой премьер-лиге, да. Потому что, ну, блин, сложно с такой игрой на что-то надеяться больше. Ну, надеяться, что «Факел» все-таки покажет характер. Все-таки не зря мы стали выскочками, или как они называются-то. Короче, мне очень понравилась игра, как ни крути. Всем, кому понравилось мое видео, также не забываем подписываться. И всем удачи, и пока.